что нам Рембрандт? Класс. Здесь всякие голландские тюльпаны продаются. Я не знаю, мы правильно идем, ты знаешь? Она ездит на самом деле.
особенно с волками заедут в Россию. Я веду активно бизнес на всей территории России, поэтому санкции мне абсолютно, как говорится, по боку.
Идем в библиотеку с ласточкой. Такая библиотека.
Музейная площадь. Справа Рейхсмузей. А впереди Ван Гога. А это площадь. Музей Ван Гога. Здесь выставка Хокни временная. Идем на Хокни. Thank you.
А это был Рикс-музей. Тут у нас Бэнкси. Thank you.
Когда я девочка или кто? А сейчас мальчик, смотри. Хорошо, смотри. Девочкой тебе лучше. Мне больше понравилась девочка. Да. Очередь отстояли, но мы не отстояли, мы в интернете купили. А увидим там, там мы едем в трамвай. Потому что дождь. Вот, смотри, какая тут есть дом такой. Вот именно что. Много где не было. Legs plane, legs are square. Vado a fare la foto al museo. Это магазин, как музей. Смотри, написано, что все-таки, ты видишь? Да ладно, рыба. Ну вот написано. Ну как он так может продаваться? Он должен на аукционах там за миллионы продаваться. Ну это какой-то другой Ренуар. Вот интересно. Я не верю в эту ерунду. Может быть. Угу. Райден, да, у меня есть. Он еще. Да. Райден. Это можно Райдена купить. Это рисунки, это не как бы плакаты. Это все вырезано из дерева, все эти деревянные штучки. И даже вот эта куртка за 9000 евро. И клюшки для гольфа.
Мощу пристанут драгдилеры, он не сможет отказать. Тут все плюшки, рыбан с этими, с наркошками. Нордермарк. Нордермаркет. Пиво. Is this like real thing, real cannabis inside, or is it just a... As they say, I have not tried them. Okay, sure. I will then. Take a car. Okay, thank you. Прежде чем табак. Может, чуть-чуть мощу дадим? В пятах легко. Ага, ну, но не старые, как в прошлый раз. Ну и будь счастлив уже. Тебе-то вот оно, господи. Ну просто интересно. Как оно бывает. А типа когда закрыто, то значит... Это церковь прямо около красных фонарей. Амстердамские такси. Исключительно Тесла. Thank you.
1769. Такой цветок размером человека небольшого. Какие-то студии там. Какая-то корона там.
велосипедная парковка. Я знаю, я ближе. Поддерживают своих. Может, это труба просто так огорожена? Или нет, туда подняться, наверное, можно побежать.